Здравствуйте, а можете комментарий дать? Вот у вас ребенок так интересно. А где-то вы заказывали еду? Ну, в Краснодаре, да, в военторге купили специально, чтобы на День Победы было. Чтобы это было красочно и запоминающе. Ребенку как раз 7 лет, он школьник будущий, поэтому ему нужно знать и память, верить, что будет только мир. А футболка у вас такая? Да. Я был в Донецке. В честь чего, расскажите? А? За литературное мероприятие. Я вообще председатель нашего отделения Союза писателей России. Екатеринбургского. Вот у нас там было большое мероприятие литературное осенью. И участвовали, и мы тоже. Что вас заставило вот выбрать? Вообще там это молния. Что-что? Это молния, это не Z. Это не Z, это молния? Да. А это отсылка к какому-то мультфильму? Молния Маквин. А смотрится, да? Всех с праздником, великий, важный, ответственный день для нашей страны. Хотим, чтобы наши предки о нем помнили, дети знали своих победителей, своих героев. Спасибо. Зачем переговорить? Переговорить там. А зачем? Вы меня задерживаете, что ли? Нет, сейчас переговорить там. А насчет чего переговорить? Вот, будем, пойдемте. Так что переговорить? Вот, здравствуйте. Снимаем посмертный полк. Какое представляете? Что? Что представляете? У вас есть аккредитация? Она нужна на этом мероприятии? Да, аккредитована. Никто не говорил, что нужна аккредитация. Ну, значит, надо будет пока свернуть свою работу и все. То есть так как у меня нет аккредитации, вы сейчас да. Запрещаете мне здесь снимать? А?